90-летию героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина посвящается. Какой подвиг совершил Чудайкин? Как сегодня живет герой Советского Союза и о чем он мечтает? Вот я очень мечтаю, чтобы правнука отправить в первый класс. Он, ему сейчас 5 лет, вот он, чтобы пошел в первый 8 лет, будет, чтобы в школу отправить его. И, конечно, дожить, исправить столетие своей жизни. Смотрите программу, посвященную юбилею героя 24 февраля 18:45 на телеканале «Самара ГИС».